Так. Так, народ пусть набирается. Я пока посмотрю, Сердарчик, если ты меня слышишь, добавляйся, мой хороший. Отправь запрос. Сердар, если ты тут, отправь запрос, я тебя присоединю. Кукусики. Ольчик, привет. То, о чем договаривались. Мне только на телефон не звони. Привет, привет. Сердар, я тебя жду. Давай, делай запрос. Я тебя к себе добавлю. Привет, пупсики, привет. Слушай, достали. Но если вам интересно, то я готова. Меня уж все достало. И сторисы смотреть, и прямые эфиры. Пижама. Пижама огонь. Так, ну давайте хотя бы до двадцаточки у нас дойдет. Желательно до тридцаточки. Что вы там все делаете? Обедаете, что ли? Так. Привет из Кемерово. Ну что, Сердар? Ты посмотри, а? Нет его. Обещался быть. Привет, привет всем. Сейчас я вам все расскажу, где мы берем маски, где мы берем гречку. Сейчас все будет рассказано. Просто мне надо дождаться, потому что я обещала выйти в прямой эфир вместе с Сердаром и рассказать, как мы проводим самоизоляцию, как мы проводим карантин, как угодно это называете. Так, уже 20 тысяч пришло, а этот все никак не дойдет. Старичок мой, вот. Все, запрос отправлен. Старичок мой, ты где? Жду тебя и жду. Уже вот это вот, знаешь, это женщинам. Это женщинам свойственно опаздывать, понимаешь? О, я не тот спидер поставил, подожди. Можно рот поменьше, потому что... Подожди, я же с аккаунта перезагрузки. Вот так нормально? Да, большой рот, он у меня, понимаешь, вот это вот, кривые губы, большой рот. Вот это мои лавры, тут уж, пожалуйста, не забирай, мой хороший. Так, Сердар, я не пойму, одно дело, когда женщина опаздывает, это хотя бы хорошо. Три минуты. Почему мужчина вот на целых 3 минуты опоздал, мне непонятно. Я тебе сейчас объясню, можно я тебе покажу, что я готовился, видишь? Нифига. Ой, подожди. Это вот с утра не сравши уже, бутылочка просекко у нас стоит. Ну, нет, я подожди, вижу, это, во-первых, белое вино, чуть-чуть. Чуть-чуть белое вино. Я просто я приготовил, видишь, что косметики там. Думал, мало ли, ты сейчас мне будешь лазить под палец. Молодец, ты посмотри, как... Я думал, ты тоже будешь пачек, мы с тобой договорились же, что ты и я... Не вопрос. Ты мой пупсик, смотри, такие же, как у меня. Скажи, это best of the best. Вот, да, Skin Island, сделать его скрин, если кому-то интересно, очень классный патч. Прям. Skin Island, нет, правильно? Island? Нет, Skin Island, да, именно Skin Island. Island, это типа, да. Ну, давай. Я просто очень их люблю, потому что они, не, ну, реально с ними можно делать все, что угодно. Не, пусть не уходят. Зачем? Я же им приготовил мужские уходы тоже. А, серьезно? Тогда да, ты просто мужики, будешь девочкам... Вставайте с дивана с пивасом и подходите к нашим голубым экранам. Ну да, ну мало ли, какой день рождения скоро или что-нибудь. Класс, мы одинаковые вообще. Вот, если вы сейчас, чтобы не спрашивали, вот он.
Вот, видимо. Да, да, потому что мне постоянно задают этот вопрос, что у вас за патчи под глаза, вот рассказываем, какие патчи. Просто понимаешь, вот лишний раз расскажешь, потом нигде не найдешь. Вот кто-то заикнулся про гречку, видишь, теперь нигде гречки не достанешь. Но... Так, ну ты реально с вином с утра, ну нифига себе ты молодец. Ну в смысле с утра, время 6 вечера в Уфе, ты чё? Ну класс. Нет, так, ребят, на самом деле можно по-разному. Вот тут вопрос уже, сколько они стоят? Я не помню, сколько они стоят. Ксюш, можно я рекламу делаю небольшую? У меня на сайте они продаются. Давай, конечно. Да, причем все вот на сайт в Сырдарчику они продают. Большая упаковка, прямо она со скидкой у нас. То есть вместо 3900 она стоит 2900. Офигеть. И там причем сколько штук? 12. Слушай, я тогда через тебя буду покупать уже, все, я тогда поняла. Буду барыжить через тебя. Так, ну что, рассказывай, что ты там подготовил, и потом я пойду в свой будуар императрицы, понимаешь, пойду в свою ванну и покажу тебе, чем пользуюсь я. Ну вот то, что я показал, это то, что я собрал со своей полки, это небольшое количество, потому что у меня в основном состоит на работе. Вот, и хотел показать, потому что, мне кажется, когда ты сидишь дома, макияж не столь важен, сколько важен уход. Конечно, безусловно, и в условиях того, что сейчас все салоны красоты закрыты и не могут работать, это, конечно, ну, тяжелая история, особенно для тех, кто привык ухаживать за своим лицом, потому что, кто бы что ни говорил, домашние уходы — это все очень круто, и если там нет возможности ходить в салон красоты, сейчас огромная куча замены, но, тем не менее, девочки, если вот вам, ну, мне кажется, любой девочке, я помню с детства, там, типа, с 18 лет, как только такие, знаешь, подростковые прыщики появляются, но мне кажется, ну, как-то надо все равно идти к психологу, блин, к этому, к косметологу. Психологу это понятно. И заодно к психологу тоже. То есть, ну, там, дорогой, недорогой, да, салон, неважно. Мне кажется, в любом случае всегда в график себе надо поставить посещение косметолога и стараться, ну, не знаю, там, лучше себе джинсы какие-то не купить, но сходить обязательно к косметологу. Ну, это на мой взгляд. Я согласен с тобой, я согласен. Ну, вообще, первое, что самое главное в уходе, это демакияж. Потому что многие не понимают, думают, почему у них прыщи, почему у них поры, жир на коже, потому что они плохо очищают кожу. Угу. Ты как очищаешь, расскажи, а потом я тебе Пошли. Покажу. Я тогда пойду в свою ванну, давай. И буду тебе давай показывать, чем я очищаю. Ну, может быть, это не совпадет с тем, что любишь ты, но тем не менее. Но у меня жирная кожа, у меня жирная пористая кожа, видишь? У тебя она не жирная, наверное. У меня нет, у меня не жирная кожа, слава богу. Ну, сейчас посмотрим. Так, что, мне надо показать? Так, подожди. Давай демакияж. Чем ты делаешь демакияж? Чем я смываю макияж? Да. Ну, ты говори по-русски, а то, знаешь, не все такие. Демакияж. Смываешь, чем ты смываешь макияж, да? Сейчас, я тут, представляешь, вот не подготовилась, как поставить телефон, чтобы все показать. Я здесь... какого-то универсального, прям вот такого вот крутого средства на все времена, я тебе скажу честно, я вспомнил, вчера просто увидел видео, где Ксения Собчак делала обзор своей косметики. Ага. И она показывает это, и в одном из тюбиков «Ля Мэр» большом, она отражается... Да, я видела, там, она голая, типа... Да, она обнаженная, так что аккуратнее там, если у тебя низа нету. Нет-нет, слава богу, низ у меня присутствует, я как-то подготовилась. А я без низа, ладно? А ты так сидишь, да? Так, подожди, я единственное, что хочу как-то нормально установить, чтобы у меня ничего... Так, смотри, по поводу, значит, чем макияж. Либо раз... Ну, это прям... что такое? Доктор Джарт. Да, знаешь эту же косметику, да? Да. Потом мне нравится очень вот эта вот корейская история. Сферанс, по-моему, она называется. Пожалуйста, доктор Джарт маска. Да, мне. Да, да. Вот они, вот у них очень круто. У них очень круто макияж смывать. И сейчас тебе еще это. Либо у меня есть... Сейчас. Вот вальмонтовская пенка. Вальмонт супер, классно, мне тоже да, видишь, что есть вальмонт. Да, да. Я буду одновременно показывать тоже, ладно? Да, смотри, что у меня касается есть... глаз. Вот у меня же каждый вот день... А вот она, у тебя такая же пенка, покажи. Да, да, Bubble да. Bubble Fells. Bubble Fells называется, да? Да, 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 Bubble Fells, вот. У меня и еще побольше. Вот такой тоник, да, да. У меня только да. Миниатюрка, видишь, с собой носить удобно. Угу. Капец, совпадает. Но... Потом, смотри, значит, что еще мне... Глаза только вот этим.
Вот, Шанель, ну, двухфазная, всегда, да? Всегда, двухфазная, только она меня спасает. Я перепробовала миллион средств. Мне говорили, ну, Ксения, вот Шанель, это вот там, ну, не, ну может быть, не это, не такая дорогая история, не хорошая, ни хрена. Вот мне, кроме нее, ничего никогда не помогало вообще. Вот только она мне... дорогая, не дешевая, я бы сказал, но по сравнению... Ну, вот... Тем не менее, значит, дальше, смотри, еще мне нравится вот такая тема. Не знаю, знаешь ты ее это или кто? Нет? Не вижу. Это какая-то Корея, Корея, нет или нет? Корея, да, скорее всего. Очень прикольно. Посмотри, вот здесь вот такая вот мыло-мыль. Во, видишь? Да, да. Прям на лицо, вот так вот я прихожу, сразу фиг, видишь, она у меня все уже заканчивается, потому что я ее уважаю. Это один степ только, или ты делаешь два степа умывания? Вот, я вторую уже даже купила. А, что ты говоришь? У тебя один я степ? Я делаю, смотри, нет, у меня два подхода, в любом случае, с одного ни хрена не убирается, я второй раз. Все это этими спонжами, ну как они, не ватными спонжи, дисками, как... да. Ну да, 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 ватными дисками. А потом, значит, с первого, потом я проверяю тоником. Фигачу. Ну, люблю тальоновский тоник у меня, ага. Либо вот Ля Мэр. Слушай, а это мужская история? Нет, Ля Мэр, по-моему, мужской истории вообще нету. Это женская. Нету, да? Блин, у меня едет телефон, но не могу. Надо на что-то это, на какой-то... Подставочка. Короче, либо вот это проверяю, смотрю. А, еще я добавляю эту. А, Биодерма, это для чувствительной кожи, с голубой крышечкой. Красная для обычной, с зеленой для жирной кожи. Это... А, да, серьезно? Я зеленый... не знала, что это для чувствительной, да. Это для чувствительной кожи голубая. Но зеленая для жирной кожи, и зеленые глаза протирать нельзя. Это вот красный, можно и голубой. Вот. Мицеллярную водичку, значит, тоже. Смотрю, если еще, могу фигачить второй круг. Но вот второй круг у меня, как правило, вот этим. Вот эту. Ну, Ксюш, мицеллярную воду всегда нужно смывать сверху тоником. Обязательно, конечно, конечно, конечно. В любом случае... Кстати, эти патчи можно потом вот в эти места, да, еще нанести на лоб. А хоть там куда? Же у них есть отдельная эта история, да. Для таких мест. Есть. Говорите примерно цены. Все просят цены. Слушайте, ребят, ну я же не продаю, не занимаюсь этой косметикой. Я могу сказать то, что вы можете сейчас на сайт любого магазина зайти. Сейчас везде скидки, везде доставки. И учитывая то, что никто не может выбраться, все делают доставки. Поэтому заходите, смотрите, забивайте просто. Да, с доставками только Зара меня подвела, блин. Вообще пишут на следующий день, что доставка. В итоге через 3 дня, и то моя помощница к ним туда поехала. На самом деле такое время, сейчас никто ничего не покупает. И по идее реально, если ты что-то заказываешь, ну как-то, мне кажется, да. Должны сейчас все работать, ну, в этом плане очень быстро. Они, блин, тянули, и в итоге моя помощница к ним поехала забирать этот. Ладно, короче, значит, что касается этого. Блин, мне не нравится, как у меня стоит телефон. Я хочу его поставить нормально, чтобы я... А у тебя работать. Есть такой монопод какой-то или что-то в этом роде? Нет, на чем можно поставить? Ди-ди-ди, подожди, я сейчас попробую. Просто у меня, видишь, я вот сюда поставила, в эту штучку, где у меня все пальцы. Так, давай, давайте, знаешь, ты пока можешь ставить телефон, а я покажу ребятам, чем классно тоже смывать макияж. А, давай свои, конечно. Ну, смотрите, если для мужчин, мужскую серию, например, я могу показать, это Шисейда, вот такой вот, видите, он такой. Я засвечен, да, вообще? Чуть-чуть, да. Так, может, какой-то другой фильтр поставить или что сделать там? Без фильтра. Может, вообще без фильтра. Я могу вообще без фильтра поставить, все, вот. Так лучше? Ты знаешь, у тебя же стоит, ты, ну, на свет делаешь, и когда делаешь на свет... Я сейчас свет убавлю, секундочку. Все засвечивается. Я свет убавлю немного. Ты, Юш, ты меня звала, что такое, дочь? Чего такое? Масю, не иди к этой. Так, мне кажется, вот так вот лучше. Вот так вот лучше. Ну, иди по это. Включи, попроси, так, я давайте буду показывать, что у меня здесь есть. Это Shiseido Man, очень крутой продукт для умывания лица. Видите, я уже практически израсходовал. Такое мыло пенящееся. Если, смотри, для лифтинга, для тех, кто повзрослее, есть такое масло, сублимированное масло. Ну, повзрослее, подожди, каждый повзрослее воспринимает, знаешь, по-своему. Что конкретно? Ну, это для всех типов кожи, она такое для лифтинга очень хорошо подходит. Ну, окей, от 40, от 35 уже можно. В принципе, от 30, да, класс. Вот это вот. Удобная штука, девчонки, если хотите умываться, раз надел, все, хвостик сделала, и пошла умываться. Это одна из самых удобных штук. Так, ну,
Вот, но обязательно, смотрите, самое крутое, я знаю, что ты любишь марка Sensai, у них, мне кажется, самые лучшие умывалки, на мой взгляд, вот, и у них обязательно есть вот такие вот, видите, степ-1. Sensai я обожаю, да, у меня вот это то, что ты мне посоветовал для губ, вот это я обожаю. Да, да. И степ-2. Правильно, Sensai тоже, да, Sensai. Да. Ты знаешь, я их очень любила, я долго ими не пользовалась, но потом мне чуть-чуть поднадоело, поэтому я периодически просто меняю умывалки, потому что на одном сидеть, мне кажется, кожа так или иначе все равно к одному продукту сильно привыкает. Да, я согласен, но я сейчас хотел рассказать смысл, потому что степ-1 у них, смысл в том, что у них он обычно на такой маслянистой основе, или да. Он гель, может быть, или какое-то масло, например, вот это Epsilon Silk, которое у них. Да, то да, есть да. Она смывается, значит, наносишь такие массирующими движениями, она разъедает как бы всю косметику. Вот как ты говоришь, да, двухфазным средством убираешь. Да, а потом да, уже да. Только сверху, вторым этапом, вы берете, например, вот это у нас такое, типа, мыло и маска. То есть вы можете как ее нанести и оставить на какое-то время, например. Mm-hmm, или, например, вот mm-hmm. Кремовое мыло какое-то, да, вот это вот новая коллекция, у них прям супер. А, офигенно. Это золотая, да? Это для тех, кто постарше или что? Слушай, ну я вот пользуюсь им, я не скажу, что я сильно взрослый, 35 мне всего лишь, но мне прям супер нравится, классно. Но вот я первым степом в основном почти не пользуюсь, потому что у меня нет макияжа, а второй степ я всегда использую. Ну вообще макияж очень хорошо иметь именно двумя степами убирать, и у них есть еще в продаже супер классная, сейчас я даже вскрою специально, такая вот губка, типа, вот она. Она такая твердая, но когда ты ее мочишь в воде, она получается такая мягкая-мягкая губка. Мягкая, да, я поняла. И этой губкой ты все это вытираешь. Угу. Вот. Классно. Получается супер круто и убирает, я не знаю, ну я вот сейчас попробовал, я просто подсел на эти продукты, и у меня и Настя, и все-все вот клиентки уже пользуются. Кто-то пишет, сколько всякой херни для лица. Ну, ребят, я бы не назвала, во-первых, это херней, во-вторых, если вы хотите хорошо выглядеть, то просто пару огурцов себе под глаза положить, этого недостаточно. Поэтому, конечно же, в любом случае, чтобы выглядеть красиво, за своим лицом надо ухаживать, без этого никуда. Да. Поэтому потому что некоторые начинают, Да, потому что вы взрываете мне директы, и Сердару, и все время просите вам рассказать какие-то прикольные вещи. Мы с удовольствием это делаем сейчас, если кому интересно. Какой умывалкой пользоваться после 30? Вот Сердарчик спрашивает, какой умывалкой пользоваться после 30? Ну, опять, все зависит от того, сколько вы готовы потратить на себя. Потому что марки бывают разные, абсолютно разные цены, поэтому все-таки, конечно, ну, то, что я советую, это у меня, скажем так, не эконом-класса, наверное, выше среднего, и достаточно для кого-то, может, дорогие продукты, но они очень хорошие в этом плане. Я специалист по, скажем так, на более экономичной косметике, хотя не отрицаю, что там может быть хороший. Ну, вот. Например, из экономичной косметики что ты можешь посоветовать? Слушайте, ну, я, честно говоря, вот даже если поискать у меня, из-за того, что я работаю в этой сфере, именно из уходовой косметики, я даже не знаю, что я могу сказать по этому поводу, потому что, ну, вот у меня нет такого. Когда у тебя есть выбор... Ну, подожди, вот это даже, вот как эта фирма... Ну, Биодерма – это средний класс, но это не экономический. Экономический – это Гарниер. Масс-маркет, типа L'Oreal, вот такие марки, поэтому, ну вот, есть Aven, кстати, тоже неплохая мицеллярная водичка, которая подходит для всех типов кожи, вот, и из этой серии Sensai, я говорю, есть у них такой продукт классный вышел, видишь, она выглядит как... Кто-то пишет, что Шисейда недорогая, ну... опять, для кого как, это все японцы, она выглядит как пена для бритья, но супер классная штука, я не знаю... Сложно передать. Ну, то есть мне кажется, даже, вот кто-то пишет эконом-вариант, все ужасные. Вот ну, не то чтобы ужасные, но мне кажется, они не сильно проработанные. И действительно, если есть возможность чуть подкупить и купить что-то подороже, ребят, не всегда дорого, это просто потому, что на вас хотят нажиться. А дорого – это как раз история о том, что если есть возможность купить где-то два эконом-класса или один хороший средний, то лучше, конечно, выбрать хороший средний. Но вы и сами потом поймете по своей коже, ну, что... Да, плюс ко всему ингредиенты в любом случае, потому что здесь, например, содержится там императорский шелк, и это прям чувствуется. Я даже вот сейчас на руки нанес и чувствую, как это совершенно по-другому. Ребята, да, мы не можем называть суммы, вы поймите, потому что разные магазины предлагают по-разному. Сейчас мы вам скажем 2500, на самом деле стоит 3200. Ну, вы потом будете говорить, а вы говорили, поэтому суммы называть не... Ну, если на каком-то будет написана сумма, ну, с удовольствием вам скажу, за сколько купил. Но так, конечно, никто не помнит, сколько это стоит. Не знаю, может быть, Сердар знает, сколько стоит, я точно не знаю.
Ну, вот, например, у Сенсая того же самого, у него идет от примерно 3-4 тысяч, по-моему, или 2,5 примерно, до 50. Вот у него да, такой да. большой диапазон. Ну, вот эти что... умывалки за сколько? За 2000, по-моему, я за 2500 они стоят, нет? Дороже? Вот эта серия, она у тебя... Не золотая, нет, у меня не золотая. Вот эти, была, да, нет, меня... со скидкой, я думаю, что около 3 тысяч будет стоить. 3 тысяч, да, я же помню, да. Вот сейчас везде такая... идут большие скидки, поэтому пользуйтесь моментом и заказывайте. Вообще. Конечно. Это классная штука. Вот, потом, что можно быстро для мужчин покажу еще? Давай, конечно. Ну, это опять, это не скажу, что прям сильно дорого, тем более со всякими скидками Tom Ford Mark, у меня есть вся линейка. Если есть у вас, хочется мужу сделать приятное, мне кажется, любой мужик обрадуется просто вот таким классным тюбиком. Причем ты знаешь, они, у нас значит... мужиков очень сложно вообще заставить пользоваться косметикой, потому что они считают, что это, ну, не пацанское дело, но, по крайней мере, вот мне сказать своему мужу, что там крем для лица нужен, он долго сопротивлялся и говорил, что за фигня вообще, какой крем для лица, я мужик буду, я тебе сейчас тут еще кремом мазаться. Но, конечно, там время берет свое, и, безусловно, со временем ты действительно, как бы мужчина, уже понимаешь, что недостаточно просто с утра водичкой нафигачиться и пойти, потому что кожа, конечно. Вода очень сильно сушит кожу, погода очень сильно сушит, ну, время года очень важно какое, потому что погода тоже очень сушит кожу, и, ну, и в конце концов возраст, он в любом случае дает о себе знать, поэтому если возраст, вообще не трогать... питание, да. отопление, погода, да, это вся вот, и все остальное. Я быстро покажу вот эту серию, быстро Tom Ford, расскажу, что для чего. Это глиняная маска очень крутая, классная. Ну, хватит ей как минимум на год для мужчин. Она такого черного цвета, вот прям, если вы посмотрите, достаточно такая брутальная, вот такого цвета. Прикольно. Да, это классно. Маска для мужчин, да? Да, маска для мужчин. И у нее отдушка достаточно маску? Такая. Вы наносите, а потом она прям стягивает все лицо. Вот. Потом крем для лица. Он причем такой, знаете, лаконичный дизайн, потому что не стрёмно достать, не какой-то розовый тюбик. Он выкручивается вот так вот. Оп, оп. Крем. Не стрёмный розовый тюбик, это мне да, нет, на ночь. Концентрат, сыворотка, то есть она прям как масло вообще по текстуре. Но даже на жирную кожу, если вы наносите на ночь, вот, по текстуре я сейчас покажу, какая она, то утром просыпаетесь, кожа совершенно другая. Дальше. У меня есть масло для бритья, например, у кого проблемы с бритьем. Например, ну, я думаю, что многие женщины еще тырят у мужиков эти вещи, потому что спокойно можно намазать там, я не знаю, там на ноги, если нет, если кто-то выбирает. Она размягчает кожу прям, размягчает, и нет такого раздражения. Для бороды... Ты знаешь, я вот пытаюсь посмотреть, что у меня, ну вот какой-нибудь гель для умывания, который я впарила, вот это максимум, понимаешь? Да. Тальго. Вот. Ну и что-то там, я не знаю, ну вот из серии какой-то вот... А что это такое? Сыворотка. Сыворотка. Это Ультрасьютикл. А, ну это не фигня, это очень классно. Ультрасьютикл, да, очень да, классная марка. Да, да, Ультрасьютикл хороший, да. Все, это вот максимум, остальное все духи, палочки для ушей, понимаешь, и все. И вот еще что-то, протект вот какой-то вот есть. Тоже Ультрасьютикл, да. Да. Все, и это как бы, я говорю, бальзам для губ. Мужчину пользоваться косметикой достаточно тяжело. Туша, купи Курбану бальзам для губ. Ты чё, он в жизни не будет больно? Нет, да не тебе будет... так кажется. На самом деле они многие вот так вот здесь прячут, короче, так отворачиваются. Нет, в машине есть, гигиеничка есть всегда. Ну вот, кстати, надо сказать, что Tom Ford пусть возьмёт. Он, знаешь, в чем прикол? Он не блестит, он типа не такой бабский. Слушай, там все пишут про какую-то косметику израильскую Кристину. Ты такую знаешь? Кристина Фиджер, да, я знаю такую. Кристина Фиджер, я знаю такую Кристину. Ну, нормальная косметика, израильская косметика. Так, все еще просят под глаза. Давай вернемся тогда к моей косметике тоже. Значит, давай. Смотрите, под глаза. Что я люблю под глаза? Ну, вот это мне привлекло в La Mer. Очень прикольная тема, потому что она прям холодная. Ну, покажи-ка, я прикольно, я не видел такую. Вот, La Mer, смотри. Помимо того, что у тебя здесь крем под глаза, потом да. вот отсюда снимается такая штучка. Вот она, видишь? Класс. И ты ее вот сюда берешь вот так вот, и потом под глаза вот так вот наносишь. Очень прикольно. А мне кажется, можно носить пальцами, а потом этой штукой делать массаж, типа, нет? Да.
Так, под глаза. Вот, практически уже закончилось. Люблю. Стопэ, стопэ, стопэ. У меня из этой же серии. Кстати, очень крутой крем. А крем очень крутой крем. Я его, особенно вот, когда я лечу в самолете, я всегда беру с собой. Тоже он, очень. Он причем крутой. Достаточно большой объем, хватит надолго. И консистенция да. Классная. А на лицо да. можно, видишь, у меня тоже. Из этой у меня серии. Они в комплекте идут вот с этой сывороткой. С этой сывороткой я вообще не расстаюсь. Я ее очень да. люблю. Вот а, меня. Это The One Night Repair. Это да. легендарная сыворотка. Она просто, видимо, в каком-то... Это было, ну, это была лимитированная история, да, 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 типа в помощь кому-то шло, по-моему, поэтому если покупаешь... А, вот для, это... для больных рака, раком груди. Да, да, по-моему, что-то цвет. Такая какая-то история была, да, вот я люблю вот эти две, так, под глаза еще что, под глаза, вот, ну, под глаза еще у меня есть это, под глаза, что еще было под глаза, вроде все. Вот под глаза, все. Вот ты новая, еще советуешь как... под глаза. Я, у меня сейчас, я все время меняю, чтобы ты понимал, да, для клиентов и, в принципе, для себя. Я все время пробую на разные продукты. И сейчас я пробую Capture Total от Dior. Вот эту серию. Крем под глаза. Просят потом есть, крем. Это Настина, это тоже Dior. Mm-hmm. Mm-hmm. Но на самом деле сейчас очень много классных продуктов и... Я сейчас еще хотела Dior показать красивую. Смотри, какая штука, баночка. Ага, там, это что там такое? Пузырьки. Это новая коллекция Dior Prestige. Это как раз вот для более возрастной кожи. Это сыворотка. Видишь, она там с маслом как будто. Mm-hmm, прикольно. Очень красивая штука, да. Классно. Вот. Так, из сывороток. Ну, вообще, если показывать мои сыворотки, то я фанат Biological. Биологик, ага. Да, Биологик, вот у меня. Они классные, да, они очень классные, только, ребят, понимаете, это такая косметика. Почему я ее никогда не советую, не рекомендую? Потому что нужно, чтобы врач подобрал. Да, только врач тебе может подобрать эти сыворотки. Вот так увидеть на сайте и купить ни крема, ни это. Ну вот у меня тут тоже, вот, смотрите, я в основном только ей. Это вообще маска легендарная, ее Ким Кардашьян очень любит. Это не вот это? Ну, наверное, вот эта рыжая ужасная. Да, она да, такая, вонючая такая. Запах отвратительный, вы не представляете. Ксюша, намажь чуть-чуть крутой. На себя. Я, ребят, я вам покажу. Ой, бля. Она, короче... Нет, ты что, я только на ночь, вообще раз в неделю максимум. Да, да, она у нее запах, короче, ребят. Когда ты машешь ее на лицо, такое ощущение, что просто тебе на лицо кто-то что-то сделал. Какашки. Ощущение, что вообще, у нее запах бля. Такой же, как вот коровьих какашек ощущение. Но она такая, нет, она такая. Очень крутая. Но я не могу вам сказать, ребят, что вы сейчас пошли и ее купили. Вот правда, потому что только врач, только через врача, косметолога, рекомендации по поводу всей косметики Biological. Только так. Блин, сейчас ты вонять будешь, а этот нос будет вообще теперь везде. Вообще капец просто. Но она реально очень крутая, и Ким ее очень любит. Вот, также у меня лосьоны, все лосьон очень активные. А у тебя есть этот, как называется, фенолового лосьона, он как называется, PH, что-то такой-то, такой, знаешь, вонючий тоже. P50, вот этот самый знаменитый, вот он, да, P50, да, он у меня уже заканчивается. И вот еще молочко у меня есть для умывания. Но молочко я не сильно в восторге, я тебе могу сказать, что... Нет, оно вкусно пахнет, все, оно нормальное это. И вся эта косметика, ребят, как раз очень, ну, популярна, не популярна, а как раз известна тем, что, конечно, запахи у них еще те. Но эффект я увидела практически сразу. Почему я ее люблю, почему я ей пользуюсь? Ну, потому что это та история, когда ты видишь эффект. Еще из последнего, что я для себя открыла, очень мне нравится эта фирма. Знаешь ее? Мар, что там? Марджес. Нет, не знаю. Крема не знаешь, очень прикольный их, я люблю. Вот, она тоже в салоне уходы на ней делают. Вот на обычно вот на этой косметике в салоне делают уходы. Вот я у них люблю крема, но ночные мои крема это эти, это вот Biological также один из ночных. И... Biological или Biologic? Biologic, мне кажется, нет? Biologic правильно говорится, мне кажется. Ну, я слышал Biologic, да. Ну, кто, да, Биологик, ну, может быть. Ты, ну, короче, ну, понятно. Скорее, просто... скорее всего, да. Ну, и Вальмонт вообще, что маска Золушки, Вальмонт что супер. Это никуда. Ну, маска Золушки, мне кажется, топ прям просто. То, топ. Что вообще. Правда. Вот я никогда не верила, но ты знаешь... Она дорогущая, правда. Но она дорогая, вот сколько она стоит? 20? Ну, около 30 даже. 30 тысяч, да? Да. И причем вот за такой маленький тюбик, да? Вот этот мне у них нравится, очень детокс-крем. Смотри, он прям пенка, видишь? А, нифига себе.
У них так, у него такая текстура, называется Detox O2X. Но очень, очень. Мы прикольно. Сейчас говорим, дорогая, недорогая. Я однажды приезжаю к клиенту и начинаю ей что-то наносить. Там у меня какая-то сыворотка мне подарили от Evidence. Вот еще классная сыворотка. И она мне говорит, возьми вот этот крем. И дает вот такой тюбик примерно, вот такой. Маленький такой. Я говорю, она говорит, ты не слышал про эту марку? А сколько она стоит? Она говорит, этот тюбик стоит 120 тысяч. Охренеть. За что, ребята, просто? Нет, ну я это вообще перебор, конечно. Пенсия просто. Нет, это уже перебор. Так, да. Что еще? И крема для тела. На них сейчас стоит мой телефон. Буду я по тоже все время ошибаюсь, но, по-моему, говорят кремы. Ой. Самый любимый La Mer и Вальмон. Два крема для тела, которые я обожаю. Можно я покажу свой? Давай. Крем? Вот. Офигенно просто. Да, что за крем? Рассказывай. Не видно. Это Evidence, американская марка. У него очень много, у этой марки очень много продуктов. Не знаю, ты пробовала, не пробовала. Есть у них на сайте, по-моему, продается в ЦУМе. Вот этот продукт у них вообще... А как она пишется? Не видно, просто отсвечивает. Как Evidence. Evidence. А, Evidence. Угу. Evidence, да. Ну, здесь достаточно большой объем, но в целом продукт просто офигенный. Сейчас хочу показать еще один продукт от этой марки. То есть у них есть маска, дневные ночные кремы. И еще у них самый классный продукт, который мне нравится, такая пенка, как, знаешь, пенка муска будто для волос. Ее наносишь на ноги, когда ты, в течение дня ты устаешь на каблуках стоять или ходить. Ага, ты просто на ноги растираешь, она холодит и просто вот это все освежает. Но у меня ее отняли в аэропорту, я случайно положил в ручную кладь в Женеве, там, когда летал, и мне просто вынули ее и сказали, что это нельзя проносить. Я так плакал, знаешь. Классная штука. Тут вопрос дает, как вам попасть на программу перезагрузки, если мне 40 лет. А я не помню, у нас до какого возраста? До 40. Не до 30. До 40 как раз? Да. Мне кажется, вот до 35. Ага. Антиэйдж такая маска еще вот есть у них. Классная. Слушайте, ну масок огромное количество, всяких разных. Я люблю и вот эти одноразовые истории, ну, которые вот на каждый день. У меня их... Сейчас я тебе покажу. Корень, я тебя переплюну. Мы такое ощущение, что письками меримся. Давай, сейчас давай. Я тебе покажу. О май гаш! Просто. Чтоб ты понимал, смотри. Тим-тим-ти-дим. Вот эти люблю очень. А, это омагат. Кстати, хорошие, они красные. Да, 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 да. Вот как раз нам нет. Вот такие всякие капсульные истории тоже прикольные. Вот. Но их здесь, короче, ты сам понимаешь, это огромное-огромное количество. Да, на самом деле много. Золотяшки всякие красивые. Есть еще Инстаграм. Золотяшки есть. Вот золотяшки у меня вот всякие. Голд. Вот. Вот золотяшки. У меня вот такая вот. Хорошая она, да? Я не помню, у меня такая была, нет. Да, но очень крутая вот эта вот еще. Очень. Диоровская? Ой, да. Расскажи, а я не знаю про нее ничего. Она вот прям вот есть, кстати, такая. Видите, для лба. Вот эти, причем, Ксюша, вот эти для лба, носогубок от Skin Island, они очень крутые прям. Что-то хотел показать сейчас, подождите. А, я хотел показать патчи. Инстаграмные патчи. А вот, это... Господи, я забыл, как они называются. Я думаю, что сейчас ребята подскажут. Что такое инстаграмные патчи? Ну, это значит красивые патчи, знаешь, для это видишь, они такие? А, да, вижу, прикольно. Забыл, как они называются. Господи, они мне присылают все время периодически. Они с иголками, ты пробовала? Нет. У них патчи как будто с маленькими-маленькими иголочками. Я не знаю, что такие. Вот, у них вот здесь вот прям вот, если потрогать, прям вот иголки. Они, короче, когда их ты снимаешь, например, и клеишь, с ними очень классно делать какие-нибудь фотки, короче. Ну, они такие, видишь? А, прикольные, реально. И прям вот надавишь больно, потому что там супер микро иголки. Господи, как это называется-то? Ребят, напомните, кто знает. Я просто что? Прям из головы улетела. Что, скажи мне? Марка вот эта, забыл, как называется. Сейчас напишут. Мезопатчи. Мезопатчи они называются. Как? Нет, нет, это микроигла, а сами патчи называются. Видишь, у меня просто это написано так, стандартные увлажняющие. Mm-hmm. Ладно, я сейчас вспомню. Сейчас ребят кто-то напишет кто-нибудь. Я думаю, что знают. Они такие достаточно известные. Слушайте, везде. Ну мы сегодня, да, ребятушки, мы сегодня говорим про уход, мы не говорим про помады и так далее, потому что это отдельная история, которая всегда... Я думаю, что мы отдельный эфир с тобой сделаем про косметику еще, да?
Да. Dior компания супер. Нет, да, ребята, согласна. это не миксит. Зимой какой крем используете в мороз? Можно я посоветую один классный крем? У меня с собой его нету, но крем такой, знаете, антистресс какой-то называется от Bobbi Brown, он супер жирный. Ты его наносишь на все лицо, особенно когда все шелушится. То есть, мороз. Когда мороз, надо всегда вот какую-то жирную текстуру выбирать, да, правильно же? Да, такую питательную, защитный слой какой-то должен быть обязательно, потому что иначе вы, конечно, можете начать шелушиться, потому что очень многие начинают на морозе, капец. Больно, да, их отдирать, да? Ну, не совсем больно, но они такие мощные. Я просто не стал держать, раз второй слой патчи. Но они такие, знаешь, красноту немножко оставляют. Да, вот я вижу, ты отодрал это, там с кожей не сходит, нет, случайно? С кожей не сходит. Патчи Блум называется, все пишут. Блум, да, точно, Блум. Вот, и этот крем, он очень классно подходит. Потому что сама Bobbi Brown, это ее любимый продукт, она была в России, и мы с ней встречались, она была в ЦУМе. Она сказала, что для вашей погоды это идеальный продукт, который... И еще можно быстро покажу такой пилинг домашних условий от Skin Iceland. Вот эта марка, которая, да, патча. Да. Есть такие вот диски, они пропитаны специальным средством, я не знаю, там что в составе, но там есть точно что-то спиртосодержащее. И вы можете ими прям пропилинговать лицо. Они прям, знаете, как будто такой хлопок, но очень грубый. И он убирает прям, знаете, все вот эти вот шелушинки, все, то, что нужно. Перед мейком вы можете себе просто прошелушить все. Ну, будет красота немножко после этого. У тебя есть такие? Я поставлю фильтры. Нету, прикинь, нету. Классная какая тема, прикольная. Слушай, тут спрашивают, можно ли тканевыми масками пользоваться каждый день? Ну, мне кажется, а что, плохо будет для кожи? Можно Я думаю, что тканевыми масками можно пользоваться день через день, но не больше 10-15 минут. Кто дольше сидят, вот ты сидишь полчаса, она 15 минут отдает влагу, а все остальное время она из тебя забирает. А, да ладно, я не знала. А некоторые начинают в них даже спать, понимаешь? А, ну это вообще бред, нет. Mm-mm. После антисептика чем увлажнять руки? А крем если вы уже антисептик нанесли, чем вы будете увлажнять руки? Вы имеете в виду крем для рук? Да, крем для рук, наверное, спрашивают. Но у меня мужской, сейчас покажу, где-то здесь есть, вот у меня Клоранс. Слушай, а мне знаешь, какой последний крем для рук, блин, пипец как понравился? Наре фирма, она во многих отелях везде, но в Москве ее не продают... Наэр, как же она называется? Она везде висят гели для душа во многих отелях. Вот на Р фирма. Не знаешь? Р. Слушай, нет, что-то я не знаю. Если я просто сейчас смахну и выйду в WhatsApp, ну у меня на первом этаже этот крем лежит, короче, мне. Я попросила найти, мне нашли один, блин, этот крем. Вообще, я говорю, купите, пожалуйста, хотя бы штук 5, нету нигде. Может быть, сейчас, если кто-то знает. Бархатные ручки, говорят. Ритуал, вот, точно, Ритуал. Знаешь эту фирму? Нет, не знаю, правда. Блин, у них такой нереально крутой крем для рук, но не смейте покупать. А если будете покупать, мне купите, пожалуйста, тоже, я вам деньги отдам. Он мега крутой, если найдете, где скажите. Его нигде еще нет. Я хотел показать тоники. Это миниатюрки, но разные тоники, марки Herbrian. Например, вот этот вот двухфазный лосьон для лица. Дальше энергетический тоник и матирующий. То есть для жирной кожи, такой энергетически увлажняющий и двухфазный такой. Он тоже немножко вот приводит кожу в порядок. Вот пишут, что в Дубае есть много. Да. Это три, короче, что это за три тоника? Это Herbrian. И корейцы Herbrian, у них очень классные тоники тоже. Все, что связано с кожей, корейцы, они, конечно, топчик. Так, спрашивают, здесь косметику обсуждают или будут какие-то другие темы? Ребят, давайте, если есть какие-то вопросы по другим темам, мы с радостью ответим. Да. Еще очень классно, еще, наверное, только-только вышел продажу у Yves Saint Laurent вот такая серия Pure Shots называется. У них там очень много сывороток сейчас вышло, видите? Новые текстуры каждый раз появляются из-за того, что видите, вот здесь практически водичка, а здесь масло. То есть по текстуре, если вы попробуете на руку, она прям как вода, видите, льется. Как будто просто как вода. Как в марке Babar. Babar, я даже что-то... Нет, хорошая марка. Очень хорошая марка. Я не знаю, про нее ничего. У них супер классные ампулы, Ксюш.
Вот попроси прям ампулы для сияния кожи, у них есть такие. Вот ты типа капец уставший. Ты так говоришь, что не попроси. Ты думаешь, я у кого-то что-то прошу? Я, блин, в жизни. Мне проще пойти что-то купить, чем у кого-то попросить. Ты что, меня плохо попроси знаешь? Попроси меня, я тебе пришлю. Я тут недавно, короче, Мак присылал всем прикольные очень помады. Я же Мак люблю вообще помады это. И единственное, что, знаешь, я такая говорю, прикольные помады у вас. Они говорят, ой, Ксения, мам, обязательно пришлем. Я говорю, круто. Ну все, и вопрос где-то завис в воздухе. Вот. Но видно, думаю, наверное... Склады у них-то работают, они закрылись. Да. Можно да, еще да. один лайфхак небольшой для тех, кто сидит дома и у кого отросли корни? Вот такие есть закрашивание корней, седины, смывать шампунем на один раз. Например, это Лореаль, дешевый очень. Вот такой спрей вы можете на корню, оп, и ты брюнет, у тебя корни закрасились, и каштан, типа, оп, и у тебя такой там. Понимаете, да? То есть вы делаете так, чик-чик, себе, и все. А что сейчас... ты себе не сделал чик-чик? Вот сделай себе чик-чик. Так у меня нет корней. Я знаешь, что себе делаю? Сейчас покажу. Конечно, продолжают меня спрашивать, что за краской для волос я пользуюсь. Сердар, расскажи, что за краска для волос? Да ты не красишься же. Ну, ты понимаешь? Ну, просто бывает, знаешь, люди не понимают, иногда бывает от природы у кого-то там хорошие волосы. Вот у Ксюши они очень хорошие, видно по бровям. Это бесполезно объяснять и рассказывать. По волосам. Они хотят волосам. Верить только в то, что они хотят верить. Это как история с губами, понимаешь? Это же... знаешь, как волос... Ну, как вот людям вот показать и доказать, что это не крашеные волосы? Покажи спину просто, она тоже волосатая, нормально. И руки, самое главное. Мне кажется, сейчас это, ну, слава богу, все окей, но мне кажется, сейчас это, шерстью мы зарастем. Если еще салоны красоты месяца не будут закрыты. Это капец будет уже. Но сейчас, кстати, мне кажется, еще актуально будет из-за того, что мы на солнце не появляемся, автозагары всевозможные для лица. По поводу автозагара, давай, показывай. Я вот эта фирма, мне нравится все, что связано... Ты знаешь ее? Да, вот это классная с Джеймс... Как она называется? Джеймс Рид. Джеймс Рид. У них лучший автозагар, у них такие есть капельки еще для лица. Ты его добавляешь каждый день в крем, да. Наносишься на лицо, и ты супер классно выглядишь. Да, это есть эта тема, да. Угу. Бронзинг, что смотрите, еще? Какой Смотри, у Дольче Габбана какой бронзер вышел, тоже красивый. А это тоже для тела? Нет, для лица это. Ты его тоже добавляешь. И, кстати, для мужиков есть офигенный бронзер у Том Форда. Ну, ты его, вот, и он такой, ты его добавляешь либо в крем, ну, мужчинам, и такое ощущение, что вот бывает лицо встало, и такое прям просто выглядит ужасно. Mm-hmm. Mm-hmm. И такое ощущение после этого, когда добавляешь крем, что ты подзагорал немножко на солнце, даже чуть обгорел. Супер свежий вид. И многие девчонки, ты говоришь, то, что я рассказываю про мужскую косметику, пользуются мужской косметикой какой-то, потому что она более концентрированная всегда. Даже те же самые шампуни, они содержат больше протеина, больше вообще средств всяких уходовых. Поэтому мужской косметик даже может пользоваться спокойно. Там гель для бровей. Про ампулы повторить. А что там, какие ампулы ты советуешь? А мы говорим про бобор. Про бобр ампулы. Сияние. Mm-hmm. И у тебя еще этот биологик. Биологика. Да, но я хочу себе попозже в салон. Сейчас мы только на стадии переговоров. Ультрасьютикл. Я не знаю, есть у нас в Уфе или нет, но я знаю, что очень хороший марк. Ультрасьютикл, да, хорошая тоже. А для чего автозагар, спрашивают? Ну, в смысле, чтобы свежее выглядеть. Знаешь, есть некоторые вопросы, которые меня в ступор вводят. Зачем есть, зачем пить, зачем хорошо выглядеть? Ну, не знаю. И еще один классный продукт. Я быстро покажу, пока я разошелся. Если кто-то хочет красиво выглядеть, сияние, просто очень простое средство, супер давнешнее от MAC, называется троп-крем сияющий. Наносите на лицо, у меня Настя уже лет 5 пользуется, и лицо красиво сияет просто. Такие разные оттенки есть, розоватые и так далее. А почему мужская косметика более концентрирована? Ну, я не знаю почему, но так уж завелось как-то. Говорят, что это так. То есть там бывает у нас многие женщины, у кого очень тонкие волосы, берут шампуни мужские, они более уплотняют сильнее. Слушай, вот по поводу волос. Я недавно, кстати, у всех спрашивала, есть проблемы сейчас, короче, волосы по весне, наверное, или, может быть, из-за тростника еще чего-то лезут. У многих сейчас волосы выпадают просто. Я, посмотри, я ничего по волосам не знаю, потому что у меня всю жизнь, ну, как бы, проблем с волосами не было. Я купила вот такую в Азбуке Вкуса, вот такую, не знаю, знаешь ты про эту маску? Нет?
Да, типа для волос, но я не знаю, что она помогает. Нет, восстанавливающая маска для волос. Интенсивная маска для восстановления волос с маслами. Восстанавливает, разглаживает сухие, поврежденные, жесткие волосы. Ну, у меня не поврежденные, не жесткие, у меня просто, блядь... У меня просто... Ксюш, я тебе... стали выпадать, вот что делает. Злюсь я. Я тебе попозже скажу, что делать. Не хочу в прямом эфире говорить. Что там, ослиной мочой поливать? Я не буду. Нет, другое кое-что. Но я просто сейчас пока не хочу рассказывать. Хорошо, суперсекрет. Ладно. Правда. Ладно. Слушай, вот, про мужской шампунь кто-то пишет открытие. Ну, короче, эти маски все фигня, да? То есть какие-то ампулы лучше втирать, слушай, да? Ну никакие маски, никакие шампуни, никакие не помогут от выпадения волос. Только более такое, скажем так, более конкретное вмешательство. Типа, знаешь, есть специальное... Чего? Кто-то пишет там втирать это... Мужскую историю пишут. Надеюсь, мужское семя. Мужское семя, кстати, можно на лицо. Софи Лорен же так делала маски. Семя молодых вот парней. Вот откуда это правда? Она что, интервью на эту тему давала? Я не пойму. Вот я не знаю, я слышал. Я знаю, что она так делала. Да и ладно. Ну а вот откуда? Вот это, знаешь, это как вот у нас слухи всякие по WhatsApp пересылают всякую фигню. Танки. В Москве танки ввели режим, понимаешь, чего-то еще. Мне кажется, вот это из этой серии. Ну я напишу ей сегодня. Софи Лорен? У нее спросишь, да. Так это... А ты с ней общаешься? Софи, а правда, что... Софи Лорен, чао, скузами, волево кедр. Можно я тебе еще покажу любимое масло для массажа? Офигенно. Не знаю, ты пробовал или нет. Но я просто уже подсел на него какое долгое время. Это сквалановое масло от Энхель. Так. Короче, это печень, масло из вытяжки печени глубоководных акул. Ну класс, чего? Нет, ну ты попробуешь. Просто есть всякие масла, а оно прям почти на 100% совпадает с секретами железа человека. Вот тут Анастасия просит посоветовать что-нибудь от перхоти. Ты пока эфир насыпал, уже гора, понимаешь? У тебя справа... Так, перхоть. Блин, у меня перхоти никогда не было, по-моему. По-моему. Ну, я не знаю, у меня вроде тоже нет, поэтому я не знаю, что можно посоветовать. У меня соседка мажет этим средством, она реально выглядит... Завязывайте, сейчас народ пойдет мазать лицо этим семенем. Ну, все же на карантине сидят, на молодой. Самоизоляции. Какая разница? Сейчас люди, что, заниматься нечем, сейчас пойдут мужей трясти. На крема бесплатные. Кремы. Кремы, прости. Я, кстати, вижу, тоже все время ошибаюсь, не могу до сих пор, представляешь себя. Кремы давай, надо говорить что? Правильно, в завершение, да? Кремы. Я тоже все время крема говорю, но мне исправили кремы, я вот привыкаю, всех исправляю. А кто правильно сказал, что кремы? Ну, говорят, что так, я не знаю. На телевидении мне сказали. Как, вон, Тамара, подружка моя пишет, сложно жить таким красивым людям. Ну, а что делать как-то? А потом, знаешь, что говорят? Вот, она с собой что-то сделала. Это ежедневный труд, ребят. Каждый раз прийти, смыть и так далее. Поэтому... Да ежедневный труд прийти, открыть сторис, выбрать нужную маску, где у тебя большие губы, широкие глаза, пышные волосы, зубы, понимаете? Это огромный труд. Блин, а у меня есть какая-нибудь дебильная маска тоже найти сейчас? Я не знаю. А, скажи мне, чем ты из ароматов пользуешься сейчас? Нет, была у тебя классная прям. Вот, я пользуюсь сейчас вот. Чем я пользуюсь из шапан. Ароматов? Не, ну, блин, духов у меня много. Блин, ну все, еще эфир на 2 часа, ребят. Вот, супер классный аромат, покупайте мужикам. У меня много тоже вот такой. Моя любимая марка духов сейчас вот этого. А кто это? Нехило. Не нехило. Нехило это другая. Это я не помню, как точно называется. Короче, у меня вот 3 раз. Блин, у меня солнце отсвечивает. Везет тебе, что у тебя солнце. У нас здесь темень. Раз. Два. Это селективная вся... Ксюш, ты можешь, пожалуйста, ну, подержать подольше? Пусть они заскринят. Они же сейчас... Ага. Да. 3. А вот нехило люблю. Знаешь их? Нет, но они, наверное, не секс, да, судя по упаковке? Нет. Эти духи стоят около 20 тысяч. Ну, нормальная цена. Дешмань. Ну, как нормальная?
Как нормальная? Не совсем, конечно, нормальная. Но у меня много, у меня разных. Я люблю Крив Кристиан очень. Красивый у тебя. Слушай, а сколько они вот не портятся, скажи? Слушай, ну, я не знаю, но я духами все время пользуюсь, духами. У меня вот как бы вот еще второй, видишь, флакон уже заканчивается этих же духов. Вот ты еще дома пользуешься? Дома? Вот. Потому что, ну, больше чуть тяжелее зимой, так скажем, крепче запахи, и легче летом. А скажи мне, я ненавижу, когда люди пользуются, ненавижу, когда люди пользуются этими тяжелыми духами летом, да. Вообще, это просто, ну, это невозможно, то есть надо понимать, мне кажется, иметь вкус и понимать, что там на шубу, там на пальто, но зимой ты одно, как это понять, брызгаешь, да, а, естественно, летом должны быть абсолютно другие запахи. Сюда, сюда, и вот так вот потом растереть. А вот так надо делать? Разливными. Кто-то спрашивал про пасту. Смотрите, вот паста. У мужа у меня вот эта паста. Марвис? Да, я их не люблю, он любит. Я тоже люблю, но... А, вот это глиста. Глиста. Хорошая тоже, да. Я обожаю ее. Это же, господи, как называется марка, которая... Амвей, да. Да, я только ей. Вот я ее вот обожаю. Ну, говорят, что в этом, в Марвисе какие-то вещества... Зубные щетки, если вам интересно, какие у меня сплаты. А тампоны, тампоны, Ксюш, давай, рассказывай. Ксю, у тебя спрашивают, дезодорантом дом пользуются? Дезодорантом, да, конечно. Нет, вот дома. Я сегодня такой вчера ходил без дезика. Я понимаю, что... Без дезика? Без дезика. Без Нивеи. Так, вот. Ну. И я такой чувствую, что подпотеваю. Нет, дезик обязательно. Я вообще не то, всем воняю, всегда рекомендуют дезики, ребят. Особенно любителям в метро, которые вот не садятся, держатся вот за эту вот штуку. Будьте добры, пожалуйста. Я не знаю, слушай, вообще, по-моему, как там было мокрое пятно. Из дома без дезодоранта. Это как не почистить зубы, как не, ну, задницу не чистить. У просто... тебя там было мокрое пятно под мыхой. Да ты врешь, нет у меня ничего. Вот, поэтому, не-не-не, я вообще... Это такое палец. Дезодорант людям, некоторым людям надо просыпаться и засыпать только с дезиками, в обнимочку. Я, честно говоря, у меня, ну, когда я в салоне работаю, у меня же очень много приходит там клиенток, ладно, клиенток, у меня, в принципе, но приходят иногда на свадьбу фотографы. И я помню однажды, что я такой крашу-крашу, и фотограф подходит рядом, что-то фоткает, и мне просто... Я понимаю, кошмар. Что от него так пахнет, и весь салон так стоит, знаешь, ну просто. Бывает прям, я не могу молчать. А у меня ощущение, что некоторые люди, от которых пахнет потом, они сами этого не ощущают. То ли они привыкли к этому запаху, то ли то. И, ну, люди с ним общаясь, не говорят им даже об этом. Но я даже и не знаю, как сказать, если честно. Вот, ну, вот, а вот реально, как сказать? Вот, и у тебя вот были случаи, когда у тебя был кто-то знакомый, который... попахивал. Вот ты ему как вот скажешь? Вот, ты я попахивал? Тебе не рассказал. Я этот фотограф. Я понимаю, что он мне портит настроение вести. И он еще весь вечер ее будет фоткать. Я просто... уже смотрю, все на полу лежат. Всем плохо, всех скорая забирают. Я просто отвел. Я говорю, иди сюда, поговорить нужно. Отвожу его в туалет и говорю, вот тебе дезодорант, вот тебе полотенце, вот тебе мыло, пожалуйста, помойся, а тебе так воняет. Я просто... Мне, блядь, бесило это. Я ему просто отдал и ушел. И он такой... Ну, а вот это же не тактично, Сардан. Ну, а что делать, раз он воняет, как я не знаю кто? Просто воняет. Нет, ну, мне кажется, так нельзя. Нет, так это вот не первый раз, когда я так делаю. Я делал такое уже. И... У меня друг, например, раньше, я помню, приходил все время гость, и у него воняли носки. И я ему говорю, слушай, дорогой, вот ты сейчас снимаешь носки, вот тебе новые, иди в ванну, мой ноги, просто одевай новые носки и ко мне по-другому не заходи, чтобы я тебе больше не повторял. Сардар, задумайся, почему тебя вонючки окружают. Ну нет, ну правда, ни разу с этим не сталкивалась, Ксюш. Вот так хорошо начали, понимаешь, вот красиво, вот под глаза, вот это вот под зубы вот это можно, понимаешь, вот это вот на небу нанесите. А сейчас, дай возьми носки, ты воняешь, иди помойся. Вот она, понимаешь, сущность человека. Ну правильно, а что? Нет, я не могу терпеть. Пусть не воняет.
Не, я согласна. Мне вообще странно, когда действительно, ну, люди пахнут, и они не чувствуют, что они пахнут. Вот я это... не знаю, от чего это зависит, но бывает такой запах пота, который невозможно вообще терпеть. А вообще какой-то можно терпеть? Конечно, своего... бывает. И кого-то роднульки какой-нибудь. Как не какой-нибудь вы своей. Кстати, есть такая история, что если тебе не подходит запах мужчины, ну, или женщины, например, значит, в, ну, в интиме тебе тоже этот человек не подойдет. И в этот момент мне звонит Настя. Вообще, хватит, мужчина, наши, вообще... хватит наши домашние секреты рассказывать. Нет, вообще первые где-то, по-моему, 10 секунд или 20 секунд, когда встречается парочка впервые, они понимают, подходят они друг другу или нет, только по обонянию. И обоняние очень важно. Но это все инстинкты животных. Животные почему друг друга сначала нюхают, понимаешь? Чтобы... Если что-то не так попахивает, я не могу просто, все. Кто-то пишет, это может быть гормональный сбой. Ребят, все понятно, конечно. Там, сбой с боем, но дезодоранты никто не отменял, и мыться вообще. Да, конечно, но тем более это сейчас, это я понимаю, там в 90-е, ну, это было... Ну, реально, мыло с Эйком, ну, да, только, понимаешь, рекламировали, больше ничего. И вот это вот натер и побежал. Но сейчас такое огромное количество дезиков, дорогих, недорогих, это вообще не важно. Мне кажется, в дезике не важна цена, это не должно быть что-то мега, супер, ультра дорогое. Это должно быть Ксю, то, что скажи, а Нивея хороший дезодорант? Да, я люблю Нивею. У меня вообще и вся семья и пользуется. Знаешь, нет, я слышал про Нивею, я тебе скажу просто. Я недавно встретил стилиста по волосам, прости, пожалуйста, перебью. На съемке. Классная девочка, классный стилист. И у нее были лаки для волос Нивея. И она говорит, вообще офигенные просто. Просто она говорит, у меня все, да, клиентки подсели на эти лаки какие-то. Я не знаю, что за лаки. Я сначала поржал, она говорит, что ты ржешь, что типа они супер офигенные, классные. Кто-то пишет, эфир для вонючек. Эфир для вонючек. Вот так мы народу запомнимся, понимаешь, после сегодняшнего эфира. Блин, вообще пипец. Я сейчас во дворе умираю, я сам парфюмер. Вот, видишь? Посоветуйте хороший дизайн. Ксения, сразу выходите почаще в эфир, пожалуйста. Правда, гигиена – это элементарно. Ну, конечно, элементарно. Мы всех детей должны с детства этому учить. О, у меня солнышко ушло прям резко. С детства должны этому обучать детей. Без этого вообще, ну, мне кажется, никуда. Эфир для вонючка. Чем убрать прыщи на лбу? Все пишут, ешь что побольше это... овощей, чтобы на попе не было прыщей. Вот вам советы. Кто-то пишет, что это подпольная реклама Нивея. Представляешь, Нивея заказал прямой эфир, и мы так интегрировали. Да хоть бы, понимаешь? Вот если Нивея после этого, понимаешь, пришлет на карту, я буду только благодарна и рада. Ребят, никто никому ничего не платил. Все абсолютно. Я сейчас представляю, многие марки так заскринили, такие, знаешь, и типа вот, посмотрите. Все жду, когда сверху сообщение телекарт придет. Ну, что-то вот не это. Не приходит и не приходит. Хотя мы сегодня кучу марок отрекламировали. Ксюша, чтобы не было, не было запаха ног, я пользуюсь формидроном. Это что такое, я не знаю. Мыть руки научились, теперь моем подмыхи. Ну вот правда, следующий будет этот челлендж от всех звезд, понимаешь, как мы моем. Ну вот это, конечно, челлендж с мытьем рук, меня посмешил очень сильно. Ну хорошо, а ты знаешь полностью, как мыть руки? Ну естественно. Показывай. А кто не знает? Показывай. Нет, ты серьезно не знаешь, как мыть руки? Я знаю, я поэтому давай вместе. Я не участвовала в этом челлендже, потому что я считаю, это полный... Нет, покажи руки просто вот так, нормально. Вот не, ну это одно и то же, как рассказывать людям, как им попу мыть. Ну что за бред вообще? Нет, что правильно этим... мыть руки. Как правильно мыть руки? Да нет, так, не надо, вот просто не мой их, просто пока... Ксюш, просто вот так поставь, давай, поехали. Не, я покажи. Могу тебе помыть, если честно. Смотри, давай. Значит, берем мыло жидкое на это... Сюда, между пальчиками, все промываем хорошенечко. Я когда прихожу с этого, как называется, с улицы, сейчас там из магазина приезжаю, я мою прям по локоть, как врачи. Понял? Да, правильно. Врачи вот так вот, да. Все тщательно промываешь, сверху, снизу, все пальчики прошли по одному. Локти. Ты кое-что забыла. Подожди. Ты забыла вот этот.
большой палец протереть. Да. И внутри дальше, вот так вот делаем, смотри, вот так вот. Прям шкрябаем вот так пальчиками. Ну это херовня уже все, Сердар, ну что ты в это, потом вот дальше так, смотри. Вот так, вот, вот так. Так я делала. Ладно, какой ты только большие пальцы. Только под больших ногтями пальцев. Тоже обязательно все промыть, не забудь. И дальше вот это. Слушай, а я слышал, что когда с улицы захочешь, в первую очередь санитайзер, а потом уже мыло. И потом антисептиком. Что ты говоришь? Я говорю, когда с улицы приходишь, в первую очередь нужно антисептик.